Участница смены «Большие перемены» в центре «Золотая рыбка» Елизавета Климчицкая уверена, российский триколор передает дух нашей страны и характер русского народа. Белый цвет на флаге России символизирует свободу, синий – веру и искренность, красный – мужество и отвагу. Я считаю, что эти цвета были выбраны для того, потому что так хотел народ. Народ сам выбирал, какие цвета ему нравятся, и понимал то, что мы сильные, и храбрость, искренность и чистота смогут отписать нашу страну лучше всего. Каждое утро в центре «Золотая рыбка» начинается с линейки и поднятия государственного флага. Это задает определенный настрой на новый день, делятся отдыхающие центра. Для нас это очень многое значит, видеть флаг нам поднимает настроение, можно так сказать, каждый раз, когда мы выходим на улицу. В честь Дня государственного флага в центре организовали концерт, тематические конкурсы и флешмоб. Детям рассказали об истории российского триколора. Дети должны знать историю своей страны, они должны гордиться своей страной. И когда ребенок гордится своей страной, относится к флагу как к частичке своего сердца, тогда мы будем спокойны за будущее поколение, за нас и за нашу страну. Это очень важное воспитание детей. Двери центра «Золотая рыбка» круглый год открыты для отдыха и оздоровления детей. И каждый государственный праздник здесь отмечают по-особенному. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.